полиция как оказались? Законная перевозка, охота, мясо. Где мясо взяли, у кого взяли, при каких обстоятельствах? В лесу. В лесном массиве. Так, что в лесном массиве случилось? Подстрелили лосика. Забрали. Сколько лосей было? Один. Оружие откуда у вас? А у меня оружие... Это не у меня оружие было. Стреляли вы? Нет. Разделывали тушу? Да. Мясо куда везли? Почти. Для личных нужд? Да. За что были задержаны сотрудниками полиции? За перевоз мяса дикого животного. Кого именно? Лось. Мясо где взяли? За ними. Где, когда, при каких обстоятельствах? В лесу. В ружье. Сколько было животных? Одно, наверное, я не видел. Стреляли вы? Нет. А кто стрелял? Друг. Тушу кто разделывал? Втроем. Мясо для каких целей использовать собирались? Для собственного потребления. А вы знали, что охота незаконная? Догадался. Пойдем, сейчас мясо вынесем. Буквально минуту. Новицкого с собой берем. Новицкого. С января 2016 года в Смоленской области зарегистрировано 5 фактов незаконной охоты. По 2 в Вяземском и Сафоновском районах, 1 в Починковском. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Ответственность по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.